друзья, всем привет! С вами в деревушке на Онега. Отправляемся в открытое озеро на этом замечательном катере на воздушном, на воздушной подушке. Идет подготовка. Капитан ставит судно на подогрев. Мотор дизельный, стояли трескучие морозы, поэтому нужно сделать кое-какие технические подготовительные мероприятия. Заводим технику. Потихоньку загружаемся. Загрузили все наши снасти, подогреваем технику, чистим стекла. Скоро отправимся. Наш экипаж успешно загрузился в кабину. Ну что, капитан, поехали? Полетели. Мимо рыбаков тормознулись. Ребята ловят на такие огромные блесны. Блесна пайк. Замечательная штука. Вот за 5 минут поймана щучка. Неплохой акушар. Думаем, где тормознуться, где остановиться. Здесь трещина. Возможно, будем ловить вдоль этой трещины. Пошел процесс выгрузки оборудования. Пришли на точку. Давай. Выгружаемся. Стали под лоду. До лоды дошли по навигатору. Вот вижу трещину. Думаю, тоже встать вдоль трещины. Смотрите, какая трещина во льду. Снега нет. Встану вдоль трещины. Попробую ловить здесь. Ребят, хочу половить на блесну Аляску. Но в идеале нужно подсадить на крючок рыбий глаз, поэтому начну с такой ядовитой небольшой блесенки. Нужно попробовать поймать окуня. Глубина выставлена. Пробуем. Была поклевка, ребята. Рыбу не дотащил. Поехали дальше. Опа, ну вот, ребят, почина, большой окунек, блесна пайк в работе снова, мой товарищ тягает рыбу, по-дикому, дикий Вова тягает по-дикому рыбу. Ребята, всем привет, приезжайте в Карелию. Ребят, тоже точки снялись, наверное, отловились, погнали дальше. Есть такая схема на лунках в глухозимье, когда на первой лунке клюет сначала крупный окунь, а потом начинается мелочь. Скорее всего, это означает, что придется искать другие лунки. Посмотрим. Малыш сидит. Маленький-маленький. Вот такие вот пошли гаврики. Сейчас скоро будем менять лунку. Но смотри, крючок целиком закусывает, заглатывает. Рыбалка продолжается.
Дикий Вова с канала Дикие Сейшелы, блин, тягает свою рыбу. Я не с канала Дикие Сейшелы. Передача так называется. Так, запороли кадр. Так ты сам и запорол. Я сам и запорол. Этот выкинем. Ладно. Передача Дикие Сейшелы, да, канал. Несколько пойманных рыб, и клев прекращается. Будем менять локацию. Надо искать рыбку, сверлить новые лунки. Перебираемся все на другие места. Ребят, блесна сработала с глазом. Смотрите, я вытянул окунька. Небольшие окуни. Все равно приятно. Будем ждать больших. Взял на все три крючка. Жадно. Продолжим нашу рыбалку. Ну что, дружище, придется царапнуть у тебя глазок. Небольшие окуни. К сожалению, небольшие. Ребят, на улице тихо, ветра нет. Пошел легкий снежок. Погода великолепная. Но клев достаточно вяленький. Единственное, что я ловлю сегодня не на мормышку, не на маленькую блесну, а пробую большую блесну Аляску в надежде поймать крупную рыбу. Хотя пока попадается только мелочевка. Ах ты, перкели! А что ж ты застрял там, зацепился? У меня блесна зацепилась за лед с другой стороны. Ладно, бывает. А! Что? Клюет тут, клюет во всю Ивановскую. Мелочь, правда, но клюет. Ребят, ну вот окунек покрупнее. Смотрите, какой красавчик синий. Красотища. Дождался таки окуня покрупнее. Решил ловить сегодня на блесну, на большую. Не ставлю вообще ничего, только блесну. Маленькой блесной поймал рыбку, чтобы добыть глаз окуневый. Подсадил глаз и ловлю на Аляску. Ребят не очень-то берет. Ребята решили переехать. Завели подушку. Погрузились в нашу подушку. Меняем локацию. Половили немножко. Такие вот окуни неплохие, замороженные. Там кис в шлеме. Вот это наша команда. Ну и я, Олег. Ребят, пытаемся вырваться в открытое озеро. Это не очень получается. Здесь огромные торосы. Потому что на подушке можно порвать баллоны.
Просто вы бы видели эти торосы, как барханы в пустыне. Сейчас я выйду, попробую вам показать, если мы здесь остановимся. Ребят, ну мы вот обходим торосы, практически дошли до самого берега. Что реальные торосы. Поломанный лед, стыбленный. Поменяли локацию, выгрузились из подушки. Рассредоточились по лункам. Будем пробовать на новом месте. Здесь должно быть поглубже. Сейчас посмотрим. Я продолжаю ловить на блесну Аляску с глазом. Каков будет результат, будем смотреть. Николаевич вытянул первого окуня на новом месте. Ловит на блесну Валя. У меня тоже такая есть в арсенале, но я пробую сегодня Аляску. Еще один товарищ тащит рыбу, неплохой окунь. У него блесна пайк, черный окунь. Сейчас подойду, посмотрю. Покажи-ка черноту свою. Такой вот нормальный окунек, темного цвета. Очевидно, уже поменял маскировку для темной воды. Ну и мы рыбачим на глубине 8 метров. Друзья, распечатал новую лунку. Небольшой окунек, кстати сказать. Какого-то светлого цвета. Непонятно светлого цвета. Ну что ж, будем пробовать ловить дальше. Не удается нащупать хищника такого крупного, нормального. Кого-нибудь типа щуки. Либо сега. Либо судака. Друзья, мы рыбачили сегодня исключительно на блесны. У нас была блесна Валия, блесна Пайк и блесна Аляска. Более результативно показала себя блесна Пайк. И неплохо отработала блесна Валия. Но ребята ловили на опарыша. Я ловил на Аляску. Поймал тоже с полтора десятка рыб. Вот, но пользовался методом старожилов и ловил на окуневый глаз. Такое вот, в принципе, заключение. Ребят, на этом с вами прощаюсь. Рыбацкий день подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Будут другие интересные видео. Всем пока! Здесь поют и пляшут, кулаками машут. Много в Карелии талантливых ребят. Шахматы играют, из ружья стреляют. Гагарин Юрий Первый, карельский космонавт. Долго будет Карелия сниться. Камни, 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 сосны до небес. Здесь от счастья можно, можно заблудиться. Рыба в каждой луже, скомара и лес. Если будет нам по жизни туго, извилиста дорожка болото завела, мы всегда прорвемся, милая подруга. Мы ведь горела, нам все похела. Долго будет Карелия сниться. Камни, 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 сосны до небес. Здесь от счастья можно, можно заблудиться. Рыба в каждой луже. Счастья!